Ставрополе назвали имена победителей регионального этапа премии «Золотой Меркурий». Награды в области предпринимательской деятельности получили представители малого и среднего бизнеса. В это сложное время особенно важно поддерживать отечественных производителей. К сожалению, у бизнеса все время есть вызовы, да? Но люди, которые занимаются бизнесом, они... Ну, это смелые люди, да, которые не идут там в чиновники или там в силовики, а идут заниматься бизнесом, не просят у государства денег. И у них главный вообще-то девиз – не мешать, да, государство, чтобы не мешало. Вот, поэтому это тоже важно, даже в такие сложные ситуации, да, все-таки отметить лучше. Претендентами на награду стали 120 участников, в том числе и муниципалитеты. Чтобы в городе развивался бизнес, необходимо создать благоприятные условия. Лучше всех с этим справляются Ставрополь и Пятигорск. В крае более сотни тысяч предпринимателей, большинство в столице Ставрополья, поскольку город – центр экономического развития региона. Мы вопросом работы с малыми, средним, с малым средним бизнесом, конечно же, уделяем большое внимание, потому что мы понимаем, что от вашей работы это будет зависеть и благосостояние жителей нашего города и жителей Ставропольского края, потому что это заработная плата, это рабочие места, это поступление в бюджет. А поступление в бюджет, это, конечно же, все деньги идут на решение социальных проблем и на благоустройство городов и районов. Дипломы в различных номинациях получили 25 организаций. Так, лучшим семейным предприятием в сфере производства продукции стала компания по розливу питьевой воды. Всегда хочется получить какое-то признание своей деятельности. У нас трудится около 30 человек, и, безусловно, успех в таком конкурсе – это заслуга каждого сотрудника. Да, вы знаете, это очень всегда сложный баланс, который нужно соблюдать. Ну, мы всегда договариваемся о том, что есть иерархия в семье, и всегда решение остается за руководителем семейного бизнеса. И, безусловно, конечно же, нужно оставлять время для личного общения, когда отодвигаем работу в сторону и занимаемся домашними делами. Победители получили право разместить товарный знак «Золотой Меркурий» у себя на продукции. Это поможет бизнесу зарекомендовать себя на рынке, а значит, найти новых партнеров и потребителей. У нас производство фасовочно-упаковочного, маркировочного, этикировочного оборудования. Мы уже на рынке давно. Мы победили в номинации «Лучшее предприятие в сфере производства фасовочно-упаковочного оборудования». Вот. Очень рады, что победили. В этом году первый раз мы решили принять участие. Чтобы, скажем так, выше планку в бизнесе занять. Чтобы было к чему стремиться. В этом году нашему предприятию будет 20 лет. Занимаемся мы швейное производство у нас. Занимаемся мы пошивом женской одежды. Победители регионального этапа прошли в финал конкурса, итоги которого подведут 24 июня в Москве. Представители края регулярно получают премию «Золотой Меркурий». Это подтверждает высокий уровень профессионализма ставропольских предпринимателей. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ «Ставрополь».